Вітаємо вас, друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Сьогодні, як завжди, ми поговоримо про життя багатонаціональної родини Миколаївщини. Сьогодні, зокрема, до нас завітали гості з Миколаївського обласного центральної спілки німців і німецької молоді «Відергебурт». Голова товариства Катерина Майєр і почесний член товариства Катерина Левицька. Я вас вітаю, дякую, що сьогодні ви з нами і ми зможемо поговорити про більш ширшу роботу товариства. Вітаю. Насправді, ви знаєте, за кожним товариством стоять певні життєві історії, особистісні історії. І насправді дуже цікаво, що формує свідомість особистості, яка заявляє ціле направлення, цілу течію. Ось як сталося так, що ваше життя було пов'язане з роботою товариства? Катерина, я до вас звертаюся. Моя робота з товариством була зв'язана з 93-го року. І я, коли я тільки узнала, що створюється общество німців «Відергебурт», я одразу прийшла в общество, і з 93-го року я в обществі. Являюсь, 22 роки була в Совєті общества. Наші предки приїхали ще в 1812 году на Україну. І папа мой родился, и дедушка здесь. И они считали Украину своей родиной. Папа никогда не ставил цель, что вот он в Германии хочет уехать жить. Он нас воспитывал так, что это наша родина. То есть вот жизненная история переселения семьи сохранилась. Сохранилась. И вы знаете об этом, да? Да. То есть это вы передаете из поколения в поколение. А с чем связан был приезд? Вот вы помните? С чем связан? С тяжелым материальным положением. В Германии было тогда очень плохо, экономически плохо. И семьи, и села уезжали, компактно уезжали. И приехав в Николаевскую область, было немецкое село Зульц, это теперешний полигон, там, значит, Шаркалановский. Семья, значит, работали, там им давали, значит, от налогов освобождены были они, землю, и они обрабатывали, и сельским хозяйством занимались. Излишки они все продавали в Николаев, возили в Одессу. То есть настолько налажена была работа, производство, что проявлялись излишки. Семья, у них было три сына и отец, четыре мужчины. И они все обрабатывали, поле, все, и все, излишки были, продавались. Как вы считаете, если говорить о философии вашей семьи, вот о сохранении вот тех вот традиций, о которых традиции вы сохранялись. Папа чествовал очень Рождество, Пасху, День урожая и День матери. Вот это четыре праздника, которые стали семейными, да? Семейными, да. Значит, на Рождество резали свиней. И еще до революции, он помнит, еще он 1908 года рождения, до революции они резали по 6, по 7 свиней. Это много. Конечно. И кормили они натуральными продуктами. Мясо было очень вкусное. По особым рецептам они делали кровяную колбасу и мясную. Это очень вкусное. Но я в своей жизни вкуснее колбас не ела. То есть вот эти рецепты сохранились? Эти рецепты сейчас сохранились. Ой, как интересно. И сестра моя делает, но они не такие вкусные, как папа делал. Потому что продукты не те. Да. Вот. И на Пасху обязательно на Пасху, значит, мама сеяла пшеницу в таком, деревянный ящичек, чтобы она проросла, она быстро растет. Пшеницу, если не пшеница, так ячмень. И потом, значит, мы еще были маленькими, она туда на Пасху яйца крашеные ложила и печенье напекла. Ну, экономически не всегда было так, чтобы конфеты были, потому что жизнь была очень тяжелая, послевоенная. И мы просыпались, и какие-то, что-то дешевенькие подарки были. И мы очень были рады этому. А вот как вы считаете, какая самая главная мораль, вот, собственно говоря, воспитания? Потому что если брать вот украинские семьи, то у нас всегда было уважение к старшему. Уважение понятно к старшим. А вот что вы вот помните из, знаете, вот из структуры своей семьи, бабушка, дедушка, папа, мама? Вот что бабушки, передавали? Дедушки я не застала. Не застали, нет, да? Нет. Значит, у них любовь к труду.
Любовь к труду очень, это с детства вырабатывалось, дисциплина, любовь к труду. И причем труд вот не был так, папа говорил, что есть слово труд. Вот папа все умел мой, и обувь починить, и подстричь, и крышу перекрыть. Все он мог, вот они, трудолюбие, очень, это присуще немцам. Порядок. Порядок. И трудолюбие. Порядок и трудолюбие, да. Это труд. Что я хочу сказать, что он очень любил Украину. Он считал Украину своей родиной. А вот если вы сегодня сформулируете для нас, более уже молодого поколения, что формирует все-таки патриотизм? Патриотизм – это любовь к родине. И я считаю, там, где человек родился, это его родина. Да, Германия я тоже. Я всегда слежу за событиями вы Германии. Вы бывали в Германии? Нет. Не получилось? Нет, я не была. В Германии, но, может, когда-то буду еще. Бог даст, конечно. Да. Просто в гости поехать, а планировать на постоянное место жительства у меня таких планов нет. То есть Украина стала родиной? Украина стала родиной. Мы, как мои предки приехали сюда, так я продолжаю любить этот край. Вы знаете, вот такие вот жизненные истории каждого конкретного человека, который населяет юг Украины, они бесценны, потому что это та, знаете, соль земли, которая формирует мораль, ментальность каждого из нас. И когда мы делимся своими составляющими, то, что сформировало нас дома, то, что мы переняли от своих родителей, от своих предков и передаем в будущее своему поколению, то и формирует будущее нашей страны, нашего региона, нашу культуру. И на самом деле, вторая Екатерина у нас, хочу к вам, Катя, обратиться, что вы счастливы тем, что ваше общество сегодня базируется на опыте, на мудрости людей, которые сегодня рядом с вами идут в ногу и смотрят в будущее, так сказать. Вот как вы считаете, вот какая самая главная сегодня цель работы общества Wiedergeburt и насколько вы действительно прислушиваетесь к опыту людей? Мы, безусловно, ориентированы на традиции, на диалог поколений. Мы всегда прислушиваемся к старшему поколению, всегда призываем молодежь быть активными и чтить традиции, которые всегда были в наших семьях. Мы очень надеемся, что старшее поколение будет делиться с нами памятью прошлых лет, смотреть в будущее вместе с нами, делиться традициями, такими как немецкая кухня, праздники этнических немцев. Мы очень надеемся на то, что они всегда с нами, и молодежь всегда к ним прислушивается. Культура, понимаете, вот если брать основы европейской культуры, вот в моем понимании, это какая-то, знаете, такая чистота и стабильность в своем проявлении, чистоплотность, ну, внешне это понятно, внутренняя чистоплотность, знаете, такая вот зрелое отношение к своей позиции гражданской и зрелое отношение к тому, что происходит рядом, очень определенное. Но сегодня сколько вас, кто составляет актив общества и насколько многочисленна молодежь? По переписи 2001 года в Николаевской области проживает 1200 человек, представителей этнических немцев, которые себя официально признают этническими немцами и зарегистрированы. Многие считают, что в Николаевской области намного больше проживает людей с происхождением с немецкими корнями. Немногие имели счастье сохранить эти документы, потому что в нашем обществе можно регистрироваться только на основании документации. То есть человек заявляет, что он этнический немец, он представляет документы, где указано его происхождение. То есть кто-то из родителей, или бабушки, или дедушки, или прадедушки, прабабушки, должны иметь национальность немец. Угу. Если, например, утеряны документы, можно это как-то восстановить? Да, мы способствуем восстановлению, подаем запросы в СБУ, в архивы. У нас есть возможность через архив ЗАГСа подавать заявление. То есть восстановить документы возможно. Очень часто многие документы хранятся в архивах. Угу. Насколько многочисленна молодежь? Активной молодежи, к сожалению, так много, но мы работаем над этим. С 2012 года у нас начала работу молодежная организация. Изначально я была ее лидером.
2015 году меня переизбрали председателем, и я продолжаю ориентировать молодежь на то, чтобы они были активны в нашем обществе. Вот как вы считаете, две женщины, два разных абсолютно взгляда на формирование культуры, что заявляет прежде всего нация, вот если мы говорим о ее культуре? Вот с чего надо изучать культуру любой нации, независимо от того, в Украине мы, не в Украине, когда мы хотим познакомиться, когда мы открыты для, знаете, познавания чего-то, что самое главное в заявке вот, культуры народа? Я думаю, что нужно помнить о том, что мы дети наших родителей, мы их продолжение. Многие, конечно, семьи, они интернациональные, и мы чтим традиции всех родителей. Мы понимаем культуру в Украине, мы понимаем культуру Германии, и это все нам близко. Угу. А вы как считаете? Тоже так считаю, я солидарна с ней. Угу. А когда вот, например, вы же общаетесь, у вас, я так думаю, что очень много подружек, да, вот здесь Николаева, когда вы общаетесь в такой вот непринужденной атмосфере, что вы рассказываете им для того, чтобы вот познали люди больше о вас, о вашей семье, и что бы вы хотели услышать в ответ от другой человека, от другой истории, другой род? Ну, я всегда рассказываю то, что происхождение своей семьи, как у нас в семье, какие обычаи были, традиции. И все это со вниманием слушают меня. И вообще на Украине ко мне нормально относятся. Никто не... в Казахстане, когда мы жили, на меня говорили фашистка, потому что там после войны очень... Другие времена были. Времена были. И я... мама у меня украинка, наполовину украинка, наполовину русская, папа немец. И она в совершенстве владела немецким, папа научил ее. И я, когда приходила со школы и слышала немецкую речь, я говорила, не говорите, я уйду из дома. И так я немецкий, понимать понимаю, а говорить так я до сих пор не могу, потому что это, так отпечаток это у меня. Знаете, на Украине совсем по-другому. Вот переехали мы в 57-м году, никто никогда мне не сказал, какой ты, не дразнился, ничего. Вот поэтому я и задаю такие вопросы, потому что уроки истории, они очень познавательны. Однако каждый вычленяет что-то для себя. И когда человек открыт для познавания, прежде всего, культуры, а в каждой нации есть что-то хорошее, что-то не очень, мы люди. И это все очень сильно формирует, собственно говоря, общее наполнение. Но самое лучшее, самое такое, знаете, жизнеутверждающее, это надо передавать, и в этом, собственно говоря, и наше развитие. Сегодня немецкая культура развивается, сегодня мы видим на примере вашего общества о том, что заявки очень такие грамотные, вам помогают опытные специалисты. И вот я бы об этом хотела задать вам, Катерина, вопрос, потому что знаю, что идет очень такое полноценное изучение немецкого языка на базе Николаевского вуза. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, мы работаем Черноморским государственным университетом имени Петра Могилы. На базе университета у нас открыт центр. Нам уже полтора года. В 2013 году было торжественное открытие. И мы приглашаем всех этнических немцев приходить в Черноморский государственный университет, спрашивать, где находится центр немецкой молодежи Видергебурт, и регистрироваться у нас, связывайтесь с нами, заходите на наш сайт. Есть возможность изучения немецкого языка бесплатно. Угу. У нас есть контакты, сейчас я попрошу режиссерскую группу представить это. То есть это изначально бесплатный проект, да? Какие развороты вы предлагаете? Как можно использовать вот то, что предлагается сегодня, в будущем? Этот проект поддерживается Гёте-институтом в Украине, Черноморским государственным университетом, и мы ставим перед собой цель дать возможность этническим немцам учить их родной язык, потому что многие годы это было запрещено, и этнические немцы не боялись говорить на немецком, чтобы никто не узнал об их происхождении, потому что их признавали врагами по национальному признаку совершенно несправедливо, поскольку они здесь родились, они сделали большой вклад в культуру Украины.
и довоенное время было достаточно успешным в сотрудничестве Украины и немцев. Ну вот рассказ почетного здесь... члена вашего общества об этом и свидетельствует еще и прошлый век, и позапрошлый век, да, это свидетельствует о том, что это сотрудничество, правда вы сказали? Да, да. И через многие годы мы очень рады, что в Украине мы живем в демократическом государстве, и у нас есть возможность говорить на том языке, на котором мы хотим говорить, изучать те языки, которые мы хотим изучать. И в любом случае это всегда перспективно, особенно учитывая интеграцию Украины в Европу, сотрудничество с Европой. Знание любого языка, оно всегда приветствуется. Конечно же. Екатерина, а насколько вы поддерживаете основы литературного языка? Потому что вот если брать даже Украину, да, у нас есть основы литературного языка, есть определенная программа изучения литературного языка, но очень много таких диалектических наслоений. Это то, что говорить в рамках развития языковой практики в стране, в которой мы проживаем. А если говорить о вас, о диаспоре, насколько вы поддерживаете вот основу литературного языка и кто, собственно говоря, внедряет вот эти программы сегодня? Безусловно, мы изучаем литературный язык по общеевропейским нормам, по уровням от А до С. Мы ориентированы на учебники, которые изданы в Германии. Нам в новом триместре Гёте-институт предоставит новые учебники, мы на это очень надеемся, и работаем по европейским программам. То есть вот поставки учебников, литературы методической, это бесплатно происходит? Мы сотрудничаем, если мы подаем заявку, нас поддерживают обязательно, нам не отказывают. И многие, конечно, учебники мы ищем сами, поддерживаем украинских авторов, очень много хорошей литературы украинских издательств. Если говорить вот о непосредственно контакте в Германию, как часто вы выезжаете, и вот на вашем личном опыте, на что вы прежде всего обращали вот впервые, когда вы попали в языковую среду, да, вот то, что вам нравится, то, что вам понятно в какой-то степени, но что интересно было для вас прежде всего? Я впервые поехала в Германию в 2007 году, я была еще студенткой, в 2008 году я была стипендиаткой ДААД. Была счастлива получить стипендию. Всего в Германии было 4 раза. Сейчас возможностей еще больше. Можно находить разные программы, обучающие, стажировки. Можно повышать квалификацию. Возможностей очень много. Если человек знает язык, перед ним открывается дверь в новую культуру, в новый информационный портал, собственно. Это правда, это очень важно. Чем больше языков мы знаем, тем больше мы человек, вот с большой буквы, так можно сказать. И, в принципе, это то, что проверяется жизнью неоднократно. Екатерина, вот сегодня Украина евронаправлена, евроинтеграция происходит, и мы участники этого процесса, и каждый находит свое решение в этом направлении. Вот как вы ощущаете, как вы чувствуете, как вы видите, насколько... однозначно вот направлена, одинаково направлена украинская молодежь и европейская молодежь, если мы говорим о немецкой молодежи. Что формирует сегодня их культуру, их ментальность и украинской молодежи? Я считаю, что молодежь всегда хорошая. И очень много общего у нас и у европейской молодежи. Молодежь открытая, она активная, она направлена на то, чтобы строить будущее. По-моему, все мы знаем выражение «за молодежью будущее». Но единственное различие, хочется пожелать украинской молодежи быть более смелыми. Верить в то, что можно путешествовать, можно изучать языки. То, что сейчас популярно быть образованным, знание языков, оно открывает двери для того, чтобы, опять же, заимствовать что-то хорошее, какие-то принципы. Опять же, мы знаем европейский принцип «дружба не знает национальности». Вы спрашивали про дружбу. Безусловно, мы всегда жили рядом с другими народами. Мы всегда с ними дружили и дружим и сегодня. Нас поддерживают и другие этнические группы сегодня. Наше общество сотрудничает с Советом национальных обществ Николаевской области под руководством Лолиты Камаразовой. Нас курирует Совет немцев Украины в Киеве. И мы открыты для сотрудничества. Надеемся, что будущее молодежи, перед ними они это увидят. И изучая язык немецкий или английский, или испанский, опять же, это способствует тому, чтобы развивать тот же город Николаев, открывать проекты, зеленые проекты, проекты на сотрудничество с ориентацией в Европу или в другие страны, так чтобы можно было развивать наш город.
Ну, а наразі, дорогі друзі, я хочу запросити вас в таку невеличку мандрівку сторінками життя товариства Відергебурт. У нас є невеличка замальовка, фотозамальовка, але вона дуже насичена, яскрава, така сама, як життя у товаристві. Давайте подивимось. Це багато було заходів, які і минулого року були, і позаминулого, між тим, наскільки насичене життя ми побачили. 16-й рік тільки не стартував. На що ви ставите цього року? Можливо, якісь цікаві проекти будуть започатковані, можливо, матимуть продовження ваші традиційні? Ми, в першу чергу, орієнтовані на празднування в сім'ях етнічних німців, проведення мероприятий по цьому поводу. Буквально вот в декабре у нас был концерт, посвященный Рождеству 25 декабря в стенах ЧГУ имени Петра Могилы. Мы провели его очень торжественно. Участвовали коллективы музыкальные, музыкальная школа номер 8, детская музыкальная школа Сухомлинского университета представлял свои работы. Творческие коллективы презентовали свою деятельность. Очень прошло все качественно, мы очень довольны в хорошей атмосфере, и в такой атмосфере мы планируем работать. Также мы ориентированы на языковую работу, это проведение курсов для этнических немцев, сотрудничество с Гёте-институтом в Украине. И в этом году, в августе, будет исполнена будет большая дата, 75 лет со дня депортации этнических немцев. Это грустная история, поэтому мы должны чтить и помнить эти дни. Будут организованы мероприятия по этому поводу. Угу. То есть сегодня уже план работы намечен, основные такие мероприятия. Вы знаете, когда мы готовили вот эту зарисовку, фото, слайд-шоу, я обратила внимание, что очень много действительно немецкая молодежь путешествует, однако это не путешествие ради путешествия, очень знаковые такие места вы посещаете, и очень много духовного направления. Расскажите, насколько это целесообразно, вот как бы назначено делается, или это так получается, что в принципе есть какие-то памятные места, которые вы обязательно проведываете, посещаете эти места, и есть ли в Николаеве непосредственно такие? Да, в Николаевской области по всей Украине было очень много поселений этнических немцев, тогда их называли немецкие колонисты. Они жили непосредственно на земле, возделывали ее, были аграрным сектором,
и поднимали аграрное направление в Украине. Очень много сельскохозяйственных культур было завезено в Украину именно этническими немцами. Многие сорта винограда, пшеницы, много видов животноводства развивалось у нас благодаря этническим немцам. Сейчас мы это все унаследовали, заимствовали и уже считаем это суть таким украинским. У нас в Николаевской области, ну, например, такой сорт винограда, как Изабелла, немцы его завезли из Италии, и сегодня мы знаем его как такой один из сортов, который можно встретить в Николаевской области. Любимых, да, николаевцами, это правда. Ну вот церкви, я смотрю, что да, есть церкви, есть строения, сегодня как памятники архитектуры. Где это в Николаевской области можно увидеть? В 2013-2014 году мы проводили экспедицию по Николаевской области. Есть такие поселения, как Ландау, Широколановский район, Гальбштадт, Карлсруэ, село Степовое. Множество населенных пунктов Николаевской области сохранили монументы, архитектурные сооружения, то есть наследие культуры этнических немцев. То, что мы видели, да, вот, да, на фотографиях. Да. Даже непосредственно у нас в городе известный архитектор Евгений Штукенберг, он только один построил 77 проектов в Николаевской области. Он был городским архитектором, считается одним из самых успешных архитекторов в Николаеве. Вы видите, на самом деле, как много интересного, знаете, переплетается в наших историях, и очень интересно было бы дать новую жизнь и памятникам архитектуры, может быть, чтобы это было возрождено, чтобы это было отстроено уже нашим поколением, нашими современниками. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами, что вы поделились своими личными историями, своим видением развития культуры наших народов и народов, населяющих юг Украины в целом. Я желаю расцвета, процветания обществу Wiedergeburt. Обязательно приходите к нам в эфир, рассказывайте о своих достижениях, о своих успехах. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я Нелі Толмач, дякую всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся надалі на затишній хвилі телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.